Добро в преддверии праздника. В Ненецком округе стартовала акция «Новогодняя благотворительная фотосессия». Организаторами выступили оздоровительные центры «Соляная пещера» совместно с региональным отделением Российского Красного Креста. На первом фотосете побывала и наша коллега Наталья Кислякова. У нее все подробности. Щелчок фотоаппарата в стенах соляной пещеры – редкость. Сегодня здесь благотворительная фотосессия. Виктория Сиренко в акции решила поучаствовать, не раздумывая. Помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации, и ее призвание. Чувства, которые переполняют, когда ты помогаешь людям, они просто ни с чем не сравнить. Это такое тепло в душе. Когда ты понимаешь, что твой вклад может помочь какому-то ребенку или какому-то человеку отдельному. Семья Паромовых в благотворительных акциях принимает участие постоянно. Глава семьи Сергей признается, порадовать детей, которым нужна забота и внимание, одна из главных причин, по которой они посетили акцию. К тому же, это отличная возможность приобщить к доброму делу своих детей. Это еще один повод провести вместе с семьей и в такой приятной атмосфере, как соляная пещера, к которой мы всегда с радостью приходим. И когда есть у нас время, не так часто бывает возможность вместе где-то еще использовать и провести время. Среди участников – предприниматели и известные в округе люди. Организатор акции Юлия Акимова признается, идея провести благотворительный фотосет пришла совершенно случайно. Девушка просто узнала, что в окружной столице есть малыши, которые нуждаются в помощи. У нас в городе имеется 22 малыша, которые воспитываются в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И существует потребность в предметах первой необходимости. То есть это элементарно подгузники, смеси, прикорм, детское постельное белье, одежда и так далее. И вот у меня возникло такое желание организовать благотворительную акцию. К акции подключилось и региональное отделение Всероссийского Красного Креста. Именно они передадут собранные средства нуждающимся. Мы сами проводим очень много благотворительных мероприятий, и, наверное, мы практически живем в этом. То есть есть, я всегда говорю, есть благополучатели, есть благотворители. То есть люди, которые нуждаются в помощи, есть люди, которые готовы эту помощь оказать. И своим временем, возможно, может, профессионализмом или частично там финансами своими. Поэтому это все замечательно. В первый день организаторы собрали пожертвования на сумму более 7 тысяч рублей. Следующий этап акции пройдет в Соляной пещере 23 декабря. С 15 до 18.00 любой желающий сможет внести свой вклад в доброе дело и, как приятный бонус, получить новогодний снимок от профессионального фотографа. Наталья Кислякова, Сергей Качегов, Вести Заполярье.